Вітаю всіх прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Наш сьогоднішній гість – головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова, член виконкому обласного відділення Національного олімпійського комітету України, голова Дніпропетровської обласної федерації кульової стрільби Сергій Риженко. Вітаю, Сергій Анатолійович. Добрий день. Перше питання. Як у вас на все вистачає часу керувати найбільшим у регіоні закладом медицини, тримати під контролем надання кваліфікованої допомоги пораненим бійцям, яких доставляють зони операції об'єднаних сил, а також приділяти увагу спортивній діяльності? Времени ніколи не буває багато. І кожному треба подумати про те, як розподілити всі часові проміжки і на роботу, і на отдых в семье и на сон. И вот именно если все это укладывается правильно, тогда мы добавляем маленький плюс к своему здоровью. Действительно, у нас в больнице Мечникова очень тяжелая работа. Зачастую она идет не только днем, а и ночью, и в выходные дни. Но всегда, при любой возможности, мы находим время для спорта и призываем к этому наших сотрудников, выезжая с ними на спортивные мероприятия, делаем такие забеги полумарафонские. И я очень рад, что сегодня врачи, которые являются основной, наверное, такой базовой специальностью, которая должна поддерживать спорт, вовлечены в это движение. Спорт всегда является источником здоровья. И за многие годы работы в медицине, начиная с 7-й больницы, я помню, вы мне помогали организовывать спортивные маленькие мероприятия. Тогда уже кто занимался спортом, а я это уже вижу десятилетиями, тот меньше обращается к врачам в больницу. Всем нашим горожанам, всем жителям Днепропетровской области рекомендую находить время обязательно для физической культуры, для спорта, для ходьбы, для бега, для любого спорта, который вас будет отвлекать от поедания большого количества пищи и проведения времени на диване возле телевизора. А расскажите, будь ласка, Сергію Анатолійовичу, прихильникам спорта буде цікаво дізнатися, ви особисто якими видами спорта займалися у юнацькі роки? Я очень люблю футбол, это моя любимая игра, и старался в детстве, когда была хоть маленькая возможность на переменке, и потом, когда учился в медицинском институте, старался найти возможность поиграть в футбол. Настольный теннис – великолепная игра, которая позволяет поддерживать форму. Я всем рекомендую, кто сегодня имеет такую возможность, имеет там 20 квадратных метров, поставить обязательно теннисный стол и в каждую свободную секунду забежать и поиграть в теннис. Это лучший вид отдыха. И тот вид отдыха, который сегодня добавляет нам жизненной энергии, мы меньше думаем о каких-то других проблемах, в том числе и политических. Сегодня все стали большими политиками, и все думают, как изменить мир. А в первую очередь надо думать о том, как надо поправить свое здоровье. И очень здорово, когда люди вовлекаются в спорт и начинают не только делать достижения определенные, но в первую очередь поддерживать свое личное здоровье и здоровье своей семьи. И все же таки про достижения цікаво дізнатися, які ваші досягнення у спорті. Я кандидат в мастера спорта по пульовой стрельбе. Я стараюсь при каждой маленькой возможности заехать в тир, обязательно поправить стрельбу для того, чтобы при случае и выступить на соревнованиях и знать, что есть любимый вид спорта, которому надо постоянно уделять время. И, конечно же, настольный теннис вот сейчас у меня больше времени я ему уделяю, потому что такая демократичная игра, которая позволяет без особого пафоса, без особых там антуражей проводить свободное время. И все ж таки вы обрали медичну освіту, ви обрали стати медиком, лікарем. От чому саме?
Так получилось, что мои родители видели, что я очень тянусь к спорту, больше все-таки хотели, чтобы я стал врачом. И всячески, наверное, меня убеждали, что на первом месте должна быть специальность, которая тебе нравится, а спорт должен перейти в состояние хобби и поддержки, скажем, своего внутреннего состояния. И очень благодарен, потому что я искренне полюбил медицину. Я не представляю себя без этой специальности и считаю, что каждый, кто сегодня имеет желание помогать людям, может пойти по этому пути. У нас много молодых ребят в настоящее время, которые отлично работают. Они десятками часов могут простоять в операционных, уставшие, изнемогая, иногда не покушав. Я очень восхищаюсь теми докторами, которые сегодня работают в больнице Мечникова, и даю им маленькую альтернативу позаниматься спортом. А у нас навіть, знаєте чи ні, існує футбольна команда «Дніпрофан», яка виступає в всеукраїнських змаганнях. Великолепна команда. І ми навіть участвували на матчах, які проводили наші ребята. Дуже здорово, що сьогодні є спортивне движення, яке в першу чергу показує той спорт, який поддерживает здоровье. Я противник, скажем, высоких достижений, понимаю, что они добиваются и ценой здоровья, но и физическая культура, и спорт в нормальном виде, которым сегодня может себе позволить человек, должны присутствовать. Это стимул жизни, это поддержание внутреннего состояния, ну и возможность себя показать. Спорт допомагає у повсякденній праці? Да, безусловно. Чоловік, який привик фізичним нагрузкам, він менше устає. Це вже доказано. І любой кардіолог, невролог, який наблюдає пацієнтів, які займалися спортом і які ігнорують спорт, може сказати, що спорт – це плюс к здоров'ю. І я багато їздив, смотрел, як сьогодні спорт относится за границей, и хочу вам сказать, что многие страховые компании специально оплачивают спортивные залы сотрудникам, которые занимаются спортом, допустим, с 6 до 10 часов вечера. Я спрашивал, почему именно в этот промежуток времени, мне поясняют, потому что как раз в этот период люди больше всего употребляют пищи, спиртных напитков, а спорт их отвлекает. И вот там, где люди активно ходят в спортивные залы, занимаются на тренажерах, именно страховая компания им оплачивает эти залы и дает возможность все-таки бесплатно получать медицинскую помощь. Такое новшество хотелось, чтобы было и у нас. Тогда это массово займет свободное время наших людей, они не будут пить пиво. Дуже багато зараз п'ють пиво, я це замечаю, і молоді люди стають пивними алкоголіками. Їх, звісно ж, не цікавить ні спорт, ні щось зв'язане з спортом, ну, а це необхідно для того, щоб люди все-таки мали настоящі, красиві спортивні цілі. До речі, на ваш погляд, що входить в поняття «здорове харчування»? Да, это очень много, очень много. Это половина составляющего здоровья. И здоровое питание, и когда еще тебе могут подсказать, как его правильно выстроить, этапность приема пищи, составляющие углеводные, белковые, потому что мы увидели, что в настоящее время вот диабет за последние там, 10-15 лет возрос больше, чем 300 раз. Я понимаю, что все производители продуктов стараются добавить сладенькое, стараются привлечь к своему продукту людей. Зачастую это очень плохо сказывается на организме. Всем рекомендую при возможности к
кушать натуральные продукты, меньше углеводов, больше белков. Конечно же, заниматься спортом, потому что это все уравновешивает. До речі, натуральне м'ясо, м'ясо риби, м'ясо птиці, тварини, спортсмени рекомендуєте? Це дуже важливо, це дуже важливо. Спортсмен на голій дієті ніколи не покаже результатів. Це вже прочитано, прописано. І всі, хто займається більшим спортом, повинні добре кушати, в першу чергу, пищу, яка вирощена без добавок, без определенных антибиотиков и других средств, которые влияют на иммунитет, на ранность человека. Знаю, в обласній клінічній лікарні імені Мечникова спорту приділяється багато уваги, для працівників закладу проводяться багато різноманітних заходів. От, будь ласка, розкажіть, ви трохи вже розказали, от що це за заходи? Хотілося б більше, дуже мало часу, тому що у нас рабочего дня, который четко структурирован часами прихода и ухода. Мы всегда работаем до, скажем, последнего пациента, пока до последнего раненого, которому надо будет оказать помощь. И зачастую временные промежутки очень затягиваются, и четко определить период отдыха невозможно. Но мы стараемся делать перерывы. И вот на День медика мы проводили соревнования среди молодых докторов, проводили его на Олимпийской базе у нас на острове Монастырском. Я очень благодарен, конечно, руководителю спортивной школы, которая нам помогла все это организовать. И очень здорово, что наши молодые люди могли попробовать себя и спортсменом на лодки и поиграть в футбол. И я точно знаю, что такие мероприятия нужны. Взимку, я знаю, на Водохреще тоже у вас проводятся заходы. Мы обязательно стараемся, конечно, в этот день покупаться, взбодриться, меньше принимать пищи и спиртных напитков, как это делают другие, сделать такой настоящий праздник здоровья. Но там же у нас есть и маленькая площадка, где поднимают гири, показывают рекорды наши специалисты. Стрельба кульова. Вы учили в областную федерацию с этого вида спорта. Чему саме цей вид спорту? Тому що сами, мабуть, займалися так. Да, я занимаюсь этим спортом при каждой возможности. Нахожу время, чтобы поехать немножечко поправить свою стрельбу. И очень хочу, чтобы наши молодые люди добивались высоких результатов. Есть предпосылки. Сегодня мэры городов крупных пошли навстречу, депутаты. И вот только мэр города Кривого Рога Юрий Юрьевич Вилкул сделал большое вложение в спорт, вот именно пулевой. И сразу пошли хорошие результаты. Больше 5 спортсменов уже отличились на европейских соревнованиях, они получили медали. Есть даже чемпионы, которые сегодня выступают на мировых соревнованиях. И наши ребята, и наша спортивная школа, которая сегодня подняла уровень стрельбы, скажем, до очень приличного, имеет своих мастеров, заслуженных мастеров спорта. Показывает, что сегодня дети – это самое важное, что мы должны научить именно относиться к спорту и показывать рекордные результаты. Очень хотелось бы, чтобы ребята, которые сегодня уже и получают путевки и на Олимпийские игры, и на мировые чемпионаты, вот много паралимпийцев, я хотел бы особо их отметить, они в самых тяжелых условиях находят возможности поехать и позаниматься, и участвовать в соревнованиях. У них такие заболевания, что любой другой, ну, наверное, уже остался в квартире, никуда не выходил, через силу, напрягаясь, они показывают мировые рекорды. Кульова стрельба – це інфраструктура, це
тири, інвестиції у зброю, у кулі. Є спонсори, які допомагають розвивати цей вид спорту? Поки спонсори, к сожалению, тільки наші руководители городов, депутаты. Я еще раз хочу поблагодарить и мэра Днепра Бориса Филатова, и мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, и депутата областного совета Павла Кравченко, и депутатов городского совета, которые нам спонсируют именно средства для покупки спортивного оружия. Конечно же, это необходимо. Это необходимо для того, чтобы ребята имели возможность заниматься спортом, были отвлечены от улицы, от вредных привычек и немножечко показывали, что наша страна сегодня может перспективно получать самые высокие награды на мировых и на Олимпийских играх. Вже за рік, зовсім скоро, вже відбудуться Олімпійські ігри 2020 року у Токіо. Хто зараз зі спортсменів нашої області має шанси потрапити на ці Олімпійські ігри? У нас в області найвідоміші – це криворожанка Наталія Кальниш, також яка брала неодноразову участь в Олімпійських іграх. Денис Кушніров з Кривого Рога, він чемпіон перших юнацьких Олімпійських ігор у Сінгапурі в 2010 році. Є у нас у Дніпрі Іван Бідняк, інші спортсмени. На ваш погляд, буде представлена Дніпропетровщина на Олімпійських іграх у Токіо? Обязательно буде. Ребятам треба багато тренуватися. Для тренувок обязательно треба розходні матеріали. Їм потрібні закупки. Я от сьогодні користуюся можливістю, хочу ще раз сказати спасибо і звернутися до всім людям, які поддерживает, особенно пулевой спорт. Он, к сожалению, расходный. Он расходный по средствам, потому что и оборудование дорогое, и патроны дорогие. И чтобы спортсмен хорошо выступил, ему надо хорошо заниматься. А для этого одних его усилий мало. Надо материальная поддержка. Я скажу за каждого, кто нам будет помогать. И обязательно отметим всех спонсоров. Хотелось бы, чтобы их было больше. Я знаю, что наши ребята вот в Кривой Рог дали денег больше городские власти. И сразу пошли высокие результаты. Я уверен, что и в других городах, в которых сегодня остался, к сожалению, пулевой спорт, мы дадим возможность ребятам выступить. Ви є членом виконкому відділення Національного олімпійського комітету Дніпропетровської області. Як ви почуваєте себе в цій структурі? Дружня команда у нас в області олімпійська? Дуже комфортно, тому що входять люди, які боліють спортом, в хорошому сенсі цього слова, які не представляють ні одної хвилини життя без спорту, всячески стараються сподвіжничати, в этих начинаниях участвуют на всех соревнованиях, которые рекламируют спорт. И для меня большая честь быть членом этой команды, которая сегодня вносит в ряды Днепропетровской наших молодых спортсменов позитив. Мы часто приглашаем наших олимпийских чемпионов, людей, которые достигли самых-самых высоких наград в разные годы, чтобы дети видели, к чему идти и кем гордиться. Чи встигаєте слідкувати за великими спортивними подіями? Да. От, що дивилися останнім часом, за кого вболівали? К сожалению, посмотреть все не удается. Я смотрю, конечно, вот я всегда болею большими теннисными соревнованиями. И, конечно, Уимблдон, ну, наверное, там это вот именно площадка, на которой разыгрываются самые высокие награды в теннисе, в большом. Конечно, когда смотришь эти сражения, понимаешь, что именно деньги решают в спорте многое. И я хочу, чтобы вот именно как в нормальных развитых странах, той же Великой Британии, той же Америки,
молодые люди имели возможность иметь спортивные площадки, иметь бесплатные теннисные корты, иметь спортивные школы для полевой стрельбы, в котором они могут получить определенные навыки обращения с оружием и, конечно же, достигнуть результатов высоких. Но все это можно обобщить и сказать, что это огромный плюс к своему здоровью. Мы в любом случае должны думать о своем будущем, о своих детях и близких, для того, чтобы они были здоровы и прожили много щасливих лет жизни. До речі, для дитячо-юнацького спорту, для дорослого у нас в області дуже важливий заклад – обласний лікарсько-фізкультурний диспансер. Як ви співпрацюєте з цим закладом, з керівником? Дуже хороший диспансер, особливо необхідний для наших спортсменів, тому що іменно врачи, які работает с спортсменами, они четко знают, какое лекарство можно назначить, какое нельзя, какие профилактические мероприятия провести. И здесь необходимо участие обученных специалистов. С Лидией Михайловной много лет дружим, помогаем. Мы совместно принимаем и спортсменов-инвалидов, и выступаем как одна команда для помощи всех спортсменов, которые есть в Днепропетровской области. Считаю, что именно такое сотрудничество позволяет дать спортсменам все необходимое, чтобы они могли выступать. А насколько взагалі важлива медицина в спорте, на ваш погляд? Очень важна. Если мы неправильно будем вести спортсмена, это элементы питания, это элементы развития, если там молодой человек и в состоянии, скажем, той возрастной группе, в которой может формироваться различные осложнения и заболевания. Конечно же, без спортивного врача не обойтись. И очень хочется, чтобы в спорте участвовали врачи, которые дадут вовремя правильный совет. Может, человеку надо просто изменить профиль своих соревнований, свое участие или систему тренировок, или систему нагрузок, или у него есть какие-то противопоказания к спорту. Как правило, это бывает сердечно-сосудистые заболевания, заболевания и почек, и желудка. Это всякие возможные. А человек хочет, может просто дать возможность заниматься тем спортом, где он себя почувствовать сможет лучше. На ваш погляд, наскільки у нас здорові юнаки, молодь, що б ви порадували починаючим спортсменам? Ну, учитывая то, что мы видим с призывной кампанией, хочу вам сказать, что очень-очень много детей, которые получили различные заболевания во время учебы в школе. Это всевозможные сколиозы, всевозможные проблемы с желудком, сердечно-сосудистые заболевания. Почему-то многие дети не хотят заниматься спортом, всякие находят возможности, и справки, и все, что существует для того, чтобы не пойти на спорт. Проигрышный вариант однозначно, уверяю всех. Дети должны заниматься спортом, тогда они будут правильно развиваться. Но, конечно же, под присмотром врачей все перенагрузки в юном возрасте могут, к сожалению, сказываться. Дякую, що завітали на нашу програму. І на завершення ваші побажання спортсменам нашої області, українським спортсменам. Ну, самое большое пожелание, щоб всі наші руководители, всі спонсори давали більше средств на заняття спортом, щоб спорт став ідеальною платформою для розвитку кожного жителя нашої області. І в цьому ми руководители способствовали развитию и спортивных площадок в дворах. Это антивандальные тиры, это волейбольные площадки, это теннисные столы. Да все, что дает сегодня возможность поправить здоровье. Я желаю всем быть здоровыми в первую очередь и больше заниматься спортом, забыть немножко о вредных привычках, может оставить там на один раз в неделю или один раз в месяц.
так как это делают наши вот японские друзья. Они вот все моменты, которые связаны с приемом алкоголя или там какие-то празднования, оставляют на какие-то даты. Они четко знают, что они там через месяц обязательно будут где-то на день рождения и могут выпить 50 грамм саке. Вот. Ну, еще раз хочу сказать, что употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков, оно, к сожалению, не добавляет здоровья. Занимайтесь спортом. Ще раз дякую за щирі відповіді. Бажаю вам подальших успіхів у всіх ваших справах. Наша програма добігла свого кінця, і на закінчення традиційне побажання. Займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.